Добрый день, друзья мои! Приветствую вас на моем канале, на канале вязаных игрушек Fairy Loom. Сегодня я хочу вам показать, как связать вот такую яркую ящерицу. Ящерицы блестящие, как изумруд, извилистые, юркие и проворные, с маленькой головкой, длинным хвостом и короткими лапками с сильными коготками. Ящерицы встречаются во многих сказках и легендах. Размер игрушки от 23 до 24 сантиметров вместе с хвостом. Хвост можно согнуть в любое положение. Ваши сорванцы будут с удовольствием играться с такой игрушкой. Но прежде чем мы начнем, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать много интересных идей и мастер-классов от меня. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех моих новых видео. Для того, чтобы связать такую ящерицу, нам понадобится желтая пряжа, зеленая пряжа, синельный провод, пуговицы 6-7 мм, холофайбер. Вязать игрушку я буду крючком 1,75. Вы можете взять двоечку. Вяжем тело. Начинаем с головы. Кольцо амигуруми. 6 столбиков кольцо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соединительный столбик. Второй ряд столбик. Прибавка. Три раза 9 столбиков в ряду. Столбик, прибавка, раз, столбик, прибавка, два, столбик, прибавка, три. Третий ряд. 2 столбика прибавка, 3 раза 12 столбиков в ряду. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. Четвертый ряд. 3 столбика прибавка. 3 раза 15 столбиков в ряду. 1, 2, 3, прибавка. Раз, два, три, прибавка, раз, два, три, прибавка. Пятый ряд. 4 столбика прибавка. 3 раза 18 столбиков в ряду. 1, 2, 3, 4,
прибавка, раз, два, три, четыре, прибавка, и последний раз, раз, два, три, четыре, прибавка. Шестой ряд, 5 столбиков прибавка, 3 раза, 21 столбик в ряду. Раз, два, три, четыре, пять, прибавка. Раз, два, три, четыре, пять, прибавка. Раз, два, три, четыре, пять, прибавка. С 7 по 10 ряд вяжем 21 столбик без накида. Столбик, столбик. Одиннадцатый ряд. 5 столбиков убавка, 3 раза, 18 столбиков в ряду. Раз, два, три, четыре, пять, убавка. Раз, два, три, четыре, пять, убавка. Раз, два, три, четыре, пять, убавка. 12 ряд, 4 столбика убавка, 3 раза, 15 столбиков в ряду. Раз, два, три, четыре, убавка. Раз, два, три, четыре, убавка. Раз, два, три, четыре, убавка. 13 ряд. 3 столбика убавка, 3 раза, 12 столбиков в ряду. Раз, два, три, убавка. Раз, два, три, убавка.
Раз, два, три. Убавка. Полностью столбик не провязываем. Меняем на желтую нить. Теперь будем чередовать цвета. Наполним голову холофайбером. Четырнадцатый, пятнадцатый ряд вяжем 12 столбиков без накида. Зеленую нить не обрезаем. Продолжаем. Довязали. Полностью столбик не провязываем. Меняем на зеленую нить. И вяжем с 16 по 19 ряд 12 столбиков без накида. Желтую нить не обрезаем. Продолжаем. Так, смотрите, я довязала уже тело, объясняю вам, как его вязать дальше. 14-15 ряд мы провязали желтой нитью, с 16 по 19 ряд мы провязали зеленой нитью, дальше вяжите самостоятельно вот эти ряды. 20-21 ряд желтой нитью. С 22 по 25 ряд зеленой нитью. 26-27 ряд желтой нитью. 28-31 ряд зеленой нитью. 32-33 ряд желтой нитью. С 34 по 37 ряд зеленой нитью. Эти ряды довязывайте самостоятельно. По мере вязания наполняйте тело холофайбером. Также смотрим, чтобы визуально, чтобы переход цветов был ровненько вот так. Я делала петли смещения, ну там 1-2 петельки на каждом переходе цветов. Понятно? Будьте внимательны. Так, дальше. 38 ряд желтой ниточкой. 4 столбика без накида. Раз, два, три, четыре. Убавка. 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 11 столбиков ряду. 39 ряд, 11 столбиков без накида. Столбик, столбик.
меняем на зеленую нить. 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. Убавка. 5 столбиков без накида. 10 столбиков в ряду. Раз, два, три, 4. 41 ряд, 10 столбиков без накида. Довязали. 42 ряд. 4 столбика убавка. Раз, два, три, 4. Убавка. 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4, 9 столбиков в ряду. Меняем на зеленую нить. Сорок третий ряд, 9 столбиков без накида. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Меняем цвет. Наполню тело холофайбером. Сорок четвертый ряд. 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. Убавка. 3 столбика без накида, 8 столбиков в ряду. Раз, два, три. Меняем цвет. Сорок пятый ряд и 8 столбиков без накида. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8. 46 ряд. 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. Убавка. 2 столбика без накида, 7 столбиков в ряду. Раз, два, сорок седьмой ряд, 7 столбиков без накида. Раз, два,
3, 4, 5, 6, 7. Берем провод, складываем пополам. Я немножко перекручу. Потом лишнее обрежем. Сорок восьмой ряд. Четыре столбика без накида. Да. Раз, два, три, четыре, убавка, и один столбик без накида. Меняем нить. Сорок девятый ряд. Шесть столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Меняем нить. И теперь с 50 до 59 ряда вяжем 6 столбиков без накида. Продолжаем. Полностью не провязываем, обрезаю лишнее. Все. Закрываем отверстие. Делаем узелок и прячем ниточку. Такое у нас тело. Теперь берем и пришиваем глаза.
Так, смотрим. Берем пуговицы. Так. Отступаем от этой дырочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Между седьмым и восьмым рядом пришиваем глаза. Между глазами у нас будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь столбиков. Для утяжки и для надежности прошиваю глаза второй раз. Делаем узелок и прячем ниточку. Тело у нас готово. Вяжем лапы кольцо амигуруми. 6 столбиков кольцом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соединительный столбик. Со второго по четвертый ряд вяжем 6 столбиков без накида. Столбик, столбик. Довязали, складываем лапку пополам и провязываем за две стороны 3 столбика без накида. Раз, два, три. Переворачиваем вязание. 4 воздушных петли. Раз, два, три. 4. Со второй петли от крючка вяжем 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. В следующую петлю соединительный столбик. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. В следующую петлю соединительный столбик. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. Оставляем ниточку для сшивания. Вот эту ступенечку я уберу, сделаю пару стежков. И выведу эту ниточку вот сюда.
буду этой ниточкой сшивать. Вот такая у нас лапка. Таких лапок нам надо 4 штучки. Я еще 3 штучки подготовила. Все детальки у нас готовы. Начинаем сборку. Берем туловище, лапки. Намечаем, где они у нас будут. Так, смотрим. Сделаю вот тут, вот сюда. Вот так. Намечаем. Вот так пришиваем. Вот такая ящерица у нас получилась. Надеюсь, у вас все получилось и было все понятно. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать много интересных идей и мастер-классов от меня. На сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.